Меня заставляют, принуждают ответить на вопрос, как я поднимаю себе настроение. Ну, честно говоря, я не думаю про свое настроение, что оно куда-то падает, поднимается там, и так далее. Вопрос в деятельности, которой я занят. Есть деятельность, которая позволяет мне, так сказать, раскинуть чакры своей дефолт-системы и поделать что-нибудь осмысленное, чего мне будет хорошо, приятно и замечательно. Это может быть не обязательно работа, да? Это может быть там, поход куда-нибудь, в какие-нибудь интересные места, это может быть опера там, или еще что-то. Вот. Очень важно просто почувствовать, что у тебя как бы, голова наполняется каким-то интересным содержанием. И ты можешь по поводу этого содержания что-то такое сделать, создать, прочувствовать. И это, ну, наверное, поднимает настроение. Может быть, какие-то будут еще рекомендации в комментариях.